Часто новички жалуются, что им не хватает золота и они просто не знают, где его брать. Некоторые знают, что слитки можно зарабатывать на рынке, но не знают, что лучше всего продавать. Сегодня я отвечу на этот простой вопрос. Мое имя Сэл. Поехали! Сначала скажу, что золото можно получить за ежедневные задания с досок на локациях, за прохождение университета Миски, за прохождение патруля лагеря, за мировых боссов с локаций, и еще в последнем обновлении добавили события проникновения, доступные только на выходных. Так вот там тоже в награду дают золото. Также 30 ноября должны ввести миссию школа, возможно, там тоже в награду будет золото. Перейдем к самому интересному, рынок. Сейчас я буду перечислять предметы, которые может продать любой игрок. Да не просто продать, а хорошо на этом заработать. Будут как обычные ресурсы, так и заготовки. Самым ходовым товаром на рынке являются ветки. Добыть их легко, и если торговать исключительно ими, то в день можно поднимать минимум 2000 золота только на ветках. Также хорошо покупают руду. Как и ветки, она добывается в осеннем лесу или в форстаре. Только лес имеет преимущество, ведь все ресурсы локации можно купить в магазине цитадели. Корень растения – еще один ресурс, которого мало на рынке, а следовательно его и покупают часто. Добавлю маленький лайфхак. Чтобы узнать, что лучше всего продается на рынке, просто посмотрите на то, сколько этого товара стоит на продаже. Если этих ресурсов мало, то значит их часто скупают. Дальше на очереди идут кости и когти. Иногда их прям очень мало продают. Можете смело ставить максимальную цену и ждать свое золото. Так. Теперь перейдем к заготовкам. И первое, что приходит мне в голову – тряпки. Непонятно почему, но их покупают всегда. На Хоуп-Вали я продавал тряпки по 100 золота за штуку, и уходили они очень быстро. Также можете продавать шестигранные болты, чугунные чушки и отливки. Все эти заготовки покупают. Также не забывайте про пластик. В конце дам несколько советов по торгам на рынке. Следите за товарами, проверяйте чего меньше и спешите это продать. Если вам не хватает ресурсов, то покупайте их в цитаделях с локацией. Естественно, очки за цитадели советую копить, либо тратить исключительно на ресурсы. Старайтесь всегда держать что-то в продаже. Если вы хотите заработать много золота, то будьте добры чаще проверять игру и кидать вещи на продажу. Также отмечу, что ресурсы, которые вы кидаете на продажу, появляются в общем доступе для покупки только через 30 минут. Не советую новичкам продавать оружие или броню, потому что чаще всего цена предмета будет меньше, чем суммарная цена ресурсов, из которых вы сделали этот предмет. Научитесь считать стоимость ресурсов и заготовок. Иногда продать ресурсы будет выгоднее, чем заготовку из них, и наоборот. Ну и главный совет. Изучайте рынок, экспериментируйте с продажей, учитесь искусству фарма золота и ставьте перед собой цели фарма. Ведь какой смысл зарабатывать и копить золото, когда вы не знаете, зачем оно вам? С вами был Сэл. Увидимся!